Отмена воздушной тревоги. Тихо сейчас. Тихо сейчас, да? Да. Ой, еще нет. Воздушной тревоги уже нет? Нет. Сейчас здесь ушко завернулось. Доброго всем дня! Сегодня у нас 9 августа 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Значит, я пыталась подождать, пока закончится воздушная тревога. Я дождалась. Отмена. И тревога началась опять. У меня нет, к сожалению, времени сильно много, чтобы снимать видео. Сейчас мне надо будет отправляться готовить Амирану обед и Нори завтрак. В общем, как есть, так есть, записываю. Некоторые думают, что я специально дожидаюсь воздушной тревоги и на фоне воздушной тревоги записываю видео. А нет, я дожидаюсь, чтобы ее не было, чтобы было гармоничное видео без. Но извините, у меня такая действительность, поэтому... Так, я постараюсь сейчас все-таки снять видео. Ночь прошла спокойно, тихо, слава богу, мы спали. На улице не так жарко, сейчас пасмурно и немного так ветерочек, в общем, хорошо. Хорошо, не жарко, я этому рада, потому что так мне легче двигаться, легче жить. Под вчерашним видео про там, где я рассказывала, что... про русский язык, то, что обучение у Амирана идет на русском языке у логопеда. Все начали спрашивать, а на каком же языке в школе училась я, и на каком учится Нора, и на каком вообще будет учиться Амиран. Я училась на русском языке в русском классе. Я уже училась в незалежной Украине, но на русском языке. У меня был русский класс, были украинские классы, были русские классы, было и то, и то. Что касаемо Норы, очень много поступает вопросов. Нора до практически лета 2022 года у нее в школе был русский язык, русский. Она учится в украинском классе, но русский язык у нее был даже на момент страшных обстрелов. Вчера увидела споры, скандалы людей. Ребят, я не хочу, я снимаю видео для того, чтобы наоборот люди могли общаться, чтобы не было вот этой вот междунациональной ненависти, розни, чего и так вполне хватает в интернете и на других каналах. Я стараюсь сделать все, чтобы объединить людей, чтобы... К сожалению, не все это понимают. И вчера видела, начались там споры у людей, одни стали писать другим, да, так вот почему же сейчас дети, а на каком языке они будут в школе учиться, ну, что касаемо Харькова. Я хочу сказать, что в школу, вообще в школу, дети не ходят в Харькове уже полтора года. И я очень уже сомневаюсь, что они вообще пойдут 1 сентября. Поначалу нам рассказывали, что, ну, наша учительница нам вообще ничего не рассказывала, наша школа ничего нам не сказала, но я слышала в СМИ, что, я не смотрю новости, вы это знаете, но несколько раз мне в рекомендации Ютуба подбрасывались вот такие вот, что в Харькове дети будут учиться в метро, в Харькове дети обязательно пойдут на... обучение в школы, будут учиться в бомбоубежищах, это все сделают в приличном, нормальном состоянии, таком, что там можно учиться, заниматься, и я была только за, кто смотрел мои видео, я всегда говорила за, я хочу, чтобы Нора пошла в школу, я хочу, чтобы наконец-то началось обучение, но я вообще, честно говоря, очень сомневаюсь по поводу 1 сентября в Харькове, я думаю, что дети никуда не пойдут. Так, простите, мне там пришлось пойти посмотреть. Амиран нашел слизняков и показывал мне, какие замечательные слизняки проживают у нас во дворе. Красивые. Так, мы их рассмотрели. Еще спрашивали, было много вопросов, почему у нас сейчас в Украине, откуда у нас в Украине очень много голубики. Еще муха. Да, еще муха там. Хорошо, Амиран. Откуда у нас так в Украине много голубики? Ну, у нас ее выращивают, она растет
на Западной Украине, растет на Житомирщине, на, по-моему, Черниговщине. В общем, много где растет голубика. Ее сейчас очень много на рынках в городе Харькове. Во всех супермаркетах, кстати, я сейчас добавлю вам. И у нас она, кстати, не так дорого стоит, как мне пишут в других странах, что у них там по 100 грамм продается голубика, а у нас нет. Кстати, она у нас называется лохина. Я добавлю сейчас, мы с Норой вчера в супермаркете немного купили, чтобы поесть. Еще добавлю, какие же фрукты вчера лежали в супермаркете и какого качества в другом уже. И на рынок все равно придется пойти. Ну а пока смотрите, не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал, чтобы следить за всем происходящим в нашей жизни. И всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Нора сейчас стоит, говорит: мама. Я таким голосом не говорю. Хорошо, как ты говорила, скажи. Нет. Она говорит: купи лобстера, он будет у меня дома жить, в аквариуме. У нас аквариум остался от нашего аксолотля. Ей так жалко их. Тебе жалко лобстера? Боже, бедная, да? Ну что уж поделаешь. Бедные лобстеры. Они обречены на смерть. Я сейчас не иронизирую. На самом деле, если бы у меня была возможность, я бы их выпустила. А представьте, в нашу речку их выпустить. Они выживут, интересно. Почему? Почему? Ну, тут вообще малыш, смотри, какой. Эти что, такие огромные. Что с ними уж поделаешь? Ты устрицы. Да, да. Разные. Устрица номер два. Устрица разные, номер два. Устрица номер один. Устрица Святый Патрик. Я увидела устрицу Святый Патрик. Устрица Черная Перлина. Фингушу. Короче, идем. Сейчас идем. Нора говорит: фу, кто ест улиток? Это мерзко. А это помнишь, как вот эта бабка в губке Бобби ела Гэри, чуть не съела, заманила Гэри, и у нее там был целый склад, кладовки, улиточек маленьких. Понятно. Увага, у месте оголошена повітряна тривога. Так, лохина по 139 можно брать. Ну вот, допустим, черешня, она стоит 19,80 за 100 грамм, это 190-200 гривен за килограмм. Посмотрите вообще на эту черешню. Вы это видите? Ну, я думаю, это видно. Как можно вообще такую черешню продавать по такой цене? Вообще-то, по-моему, незаконно. Ну, мне тоже так кажется. О, виноград сейчас покажу, у вас будет шок. Посмотрите на этот виноград. Это уже изюм. Из него уже изюм случился. Стоит он 240 гривен килограмм. 24 гривны за 100 грамм. Вот так обстоят дела в супермаркете. С фруктиками. Персик инжирный по 120 гривен килограмм. Еще раз скажу, 12 гривен 60 копеек за 100 грамм. Что это? Они уже там умерли и плесенью покрылись под этим всем, они вспотели. Вот такие прикольные из пенечков, такие стулочки вырезанные, да? Просто из дерева. Получились табуреточки. Мне нравятся. Такие природные вот эти трещины тоже очень здорово смотрятся. Нор, тебе нравится? Пасту, он это может сделать на раз-два. Это просто мы сейчас в супермаркете, здесь просто